Это в отношении состояния здоровья, о проверке состояния здоровья Текебаева Омарбе Черкешевича, который находится в 47-й колонии, была образована комиссия со стороны Минздрава, были даны заключения. Здесь на заседании комитета эти заключения зачитывались, были назначены определенные лекарства, терапии и так далее, но через адвокатов поступила информация непосредственно через семью о том, что жалобы на здоровье, они, к сожалению, после полученного лечения, там, терапии, жалобы на здоровье продолжаются. Более того, усилились жалобы, да, по другим направлениям, то есть было обследование на кардиологические аспекты проведено в центре кардиологии и так далее, но есть жалобы, связанные именно с работой щитовидной железы, с другими моментами, и требуются консультации других специалистов, проведение непосредственно обследований, которые нужно проводить в специализированных условиях и при наличии оборудования. Я хочу отметить, что в письме Национального центра по предупреждению пыток прилагается к этому письму заключение видного кардиолога, эксперта, доктора медицинских наук, заслуженного врача, главного кардиохирурга Министерства здравоохранения Абдраманова, который в своем заключении, он провел обследование, и он тоже пишет, есть рекомендации в связи с сохранением жалоб, отсутствием положительного эффекта от длительного приема ранее назначенной терапии, больной нуждается в дообследовании. Соответственно, проведении комплексного лечения по сопутствующим заболеваниям в условиях специализированного стационарного медицинского учреждения. То есть на сегодняшний день все эти заключения есть. Более того, в этом письме Национального центра пыток отмечены моменты, что, к сожалению, несмотря на существование закона о Национальном центре о предотвращении пыток, не было предоставлена возможность сделать копию истории болезни Текебаева. То есть на самом деле есть вопросы, которые адресованы ГСИН, и по этим вопросам мы тоже, я думаю, информацию уточним, получим информацию, почему был нарушен закон. Центр по предупреждению пыток в соответствующем порядке свое обращение направил. Уважаемые коллеги, на сегодняшний день в связи с тем, что требуется обследование, решение, ранее принятое комитета, не выполняется, да, по проведению дополнительного обследования. Все же комитет приходит к решению, что ГСИН и Министерству здравоохранения рекомендуется еще раз этот вопрос комплексно изучить, или комплексную медицинскую комиссию с привлечением специалистов, и в обязательном порядке провести полный курс обследования и лечения в соответствующих медицинских учреждениях, где имеются соответствующее оборудование, условия и узкие специалисты. И о принимаемых мерах по состоянии работы по этому вопросу информировать комитет. ГСИН обеспечить необходимые условия по отбыванию наказания, личную безопасность в связи с обращениями Текебаева Омарбека Черкешевича.